еще задачу какую-нибудь? Да, давайте. Есть два мудреца. Да. И они взяли 7 карточек с числами от 1 до 7. Еще у них есть мешок. Один мудрец взял 3 карточки, второй мудрец 2, а 2 остальные засунули. Сейчас, значит, дайте порядок. Есть карточки с числами от 1 до 7. Да. Сейчас по одной карте или по много? Нет, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Правильно, но каждого типа карточка одна. Да. То есть всего есть 7 карточек. Да. На них написано числа от 1 до 7. От 1 до 7. Хорошо. Есть еще 2 мудреца и мешок. 2 мудреца, ну давайте их возьмем А и В. Да. И они мудрецы. Хорошо. И мешок. Да. И чего? А взял 3 карточки. А взял какие-то 3 карточки. Да. И Б взял 2, еще какие-то карточки. Да. А остальные 2, они, несмотря, засунули мешок. Да. То есть, в смысле, А видит какие-то 3 карточки? Да. Ну, то есть, кто-то им раздал карточки. 3 выдал А, 2 выдал Б, а остальные положил в мешок. Да. И они ничего, кроме своих карточек, не знают. А говорит, я знаю, что сумма чисел на ваших карточках нечетная. Ну, то есть, четная. Ну-ка, подождите. Сейчас Я знаю, что сумма чисел на ваших карточках нечетная. Сумма чисел на ваших карточках. Что сумма чисел на ваших больших карточках нечетная. Теперь нужно узнать, какие числа у А, и с помощью этого нужно... Да, то есть вы даже ничего не говорите, и тихо молчите. Да. Значит, вот если А сказал, я знаю, что сумму чисел на вашу карту, ничего. Как это все может быть, что я... А говорит, что я знаю, что сумму чисел на вашу карту, ничего. Да? Нет, так вообще не бывает. Может так быть? Как же вообще, откуда же он может знать-то? Он знает, что осталось какие-то 4 карточки. Он может знать так, что у него, например, 3 карточки, 2, 4, 6. Тогда какие бы ни были 2 карточки у Б, они будут обе нечетные. Сумма чисел или каждая из чисел? Если сумма нечетная, то там будет одна четная, другая нечетная. Так, нет, подожди. Если, например, нет, я помню, что если у А 2, 4 и 6. То остались карточки 1, 3, 5 и 7. Значит, у Б точно 2 черных. А сумма 2 черных? Подождите, не черных. Вы перепутали. Да. Вы просто, вы неправильно написали. Вот да, вот так должно сумма быть. Сумма на ваших карточках черная. Значит, А знает, что сумма на карточках черная. Значит, когда у тебя сумма чисел черная, когда числа одной черности. То есть А знает свои 3 карточки, а 4 карточки для него остались неизвестны. Он знает, какие это, но они остались неизвестны. Но известно, что все 4 одной черности. Если у Б 2 карточки. Значит, а одной черности, значит, у нас имеется здесь 4 нечетных числа и 3 черных. Значит, 4 карточки одной черности можно набрать только в том случае, если они все нечетные. То есть, если А такое сказал, то он видит карточки 2, 4 и 6. Да. Ну, вроде бы решили, пожалуйста.